нашу социальную сеть на блокчейне, Diadem.net. Эта сеть позволяет давать людям за достижения в их реальной жизни поощрение нашей социальной сети на блокчейне. Часто люди сталкиваются с такой проблемой, что не хватает финансирования для их весьма интересных и полезных миру проектов. И также некоторые люди не могут найти, кому и как вложить деньги, чтобы они были уверены, что они действительно сделают мир лучше. И также есть такая проблема, что в системе образования часто учителя не мотивированы хорошо учить своих учеников. Мы решаем обе этих проблем. У нас есть связь между достижениями в реальной жизни, поощрениями от спонсора через социальную сеть. У нас сейчас это реализовано на Фейсбуке с тем, кто это достижение совершил. С авторизацией через Фейсбук. И есть связь с создателем курса и его учеником. Соответственно, если ученик добьется определенного успеха, то эта связь сохранится, и тот, кто его учил, получит за это некоторое поощрение. Вот инфографика показывает примерно, как все работает, что есть люди, у которых есть ресурсы, есть определенные таланты, которые могут реализовать что-то в жизни, но при условии, если эти ресурсы будут. Есть замечательные идеи. Все это реализовано в встречах с техническими экспертами. Мы реализовали ядро на доценте с поощрением в виде 10. Рынок социальных сетей очень большой. И в том числе сюда включаются и мессенджеры, и социальные сети не только на Фейсбуке, но и разные рынки различных корпораций, которые готовы профинансировать своих учеников или тех, кого бы они хотели видеть своими работниками, заморозить для них специальный депозит с тем, чтобы после того, как они сделают достижение, определенный курс в реальной жизни, они бы его раскрыли. Здесь краткие представлены некоторые технические фичи. В принципе, сам проект очень большой, и если про все рассказывать, придется всем поставить достаточно большую презентацию. Поэтому я не буду здесь слишком задерживаться. Здесь представлена наша команда, программисты, дизайнеры, многие с опытом продвижения продукта в сети, то есть они знают, как добавить пользователей в определенную среду. И мы хотим вам показать презентацию, как это все работает. Сейчас наш товарищ зарегистрируется через Facebook. Кстати, это может сделать любой из вас. Вы можете зайти через Facebook и набрать Diadem.net. Зайди в аккаунт. Вот он зашел в социальную сеть. Сейчас он может создать определенное достижение. Он зайдет в Facebook и создаст достижение. Да, вот такая вот картинка, то, что мы подготовили. Дальше он нажимает вот на время и переходит на ссылку самого поста. Он копирует эту ссылку и переходит на страницу социальной сети. Дальше он может апдейтить свои достижения. Он вставляет сюда ссылку на пост и пишет ссылку уменьшить. Скопируй еще раз сети. То есть он должен сейчас скопировать ссылку поста.
и название достижения. Секундочку. Пишет ачивница. Хорошо, тогда сделаем с тем достижением, которое уже было подтверждено. Вот. И у нас здесь отображаются разные поля. Количество пользователей, users, время последних достижений, онлайн. И за это достижение, может быть, сейчас наш товарищ удаленно перечислить сюда ДЦП. Сейчас я ему позвоню и скажу, чтобы он перечислил. Достижение заключалось в том, что он попал на ДЦП. Алло. Нажми Update Your Achievements. Внизу. Что же было? Да-да-да, я хочу... Он просто трубку не берет, я не могу ему сказать. Есть секундочка. Видимо, не хочет перечислять. Что еще можно делать в этой платформе? Она у нас позволяет, поле юзер позволяет создавать список последних, видеть список последних пользователей, которые были зарегистрированы на DCN блокчейне. Список последних действий показан на таймлайне. Achievements показывает цепочки достижений пользователей, которые могут быть верифицированы, что важно, какими способами и участниками. Да-да-да. Вот, пополнить, можете видеть. Дальше. Любой пользователь может авторизоваться через Facebook. И для пользователя будет создан новый аккаунт, приватный ключ, который генерируется на стороне клиента. И платформа не имеет доступа к ключам. То есть абсолютно защищенная система. Когда пользователь авторизовался, он может создать достижение, что вы видели. Отправил товарищ, если вы дозвонились. Создать достижение, указать ссылку на описание достижения с Facebook. Потому что это очень удобно, приятно, и каждый может это сделать. Дальше. Пользователь может верифицировать доказательство любого достижения и подтвердить то, что на получении выполнено. Это вот поле confirm. Confirm. Да. Также можно поддержать, вы сами можете поддержать любого другого участника. И можно создать депозит. Депозит, который будет создан, все это можно показать, но времени особо нет. Создан и заморожен, пока человек не подтвердит свое достижение. В принципе, вы можете все сами это посмотреть и сделать, и зарегистрироваться в платформе. Так, хотел еще немножко слов сказать. Мы заявляли еще с самого начала о персональных токенах. Вот. А что такое персональные токены, экономика персональных токенов? Это, по сути, экономика учета талантов людей. Вы понимаете, что вложение в людей гораздо выгоднее, чем в компанию. Просто даже потому, что компании не живут так долго в среднем, как люди. Вот. У человека в жизни есть периоды спадов и падений, и роста и успеха. Важно в этом ключе поддержать людей, которые сейчас нуждаются в чем-то. Например, им просто нужно поддержать какое-то благое дело. Или их помочь им обучиться, заплатить за их обучение. Или, например, скажем так, человеку нужно начать дело какое-то свое, необходим первоначальный капитал небольшой. Это все инвестор, когда заходит, он инвестирует непосредственно в него свои персональные токены. То есть свои деньги в обмен на его персональные токены. Тем самым он поддерживает человека в моменты его низкого старта или падения, а получает прибыль, когда человек достигает успеха.
Тут получается венчурное инвестирование в людей. Как это реализовано? Ну, конкретно, например, у нас тут был показан Diadem Network, социальная сеть. Есть еще проект, мы в партнерстве, да, есть проект криптошкола. Сейчас, к сожалению, я не могу показать весь материал. Вы можете, я скину в общий чат, вы можете самостоятельно посмотреть презентации и сайты, да, где это реализовано. Так вот, в школе, если вы инвестируете в ученика, то вы просто ждете, когда он станет новым Биллом Гейтсом, да, и вы можете инвестировать во множество учеников. Тем самым от этого выигрывают и преподаватели, которые имеют долю интернациональных токенов ученика, и инвесторы. То же самое в другом несколько ключе реализовано вот в этой социальной сети. Ребят, мы заканчиваем. Время, что благотворительность, вы инвестируете и получаете персональные токены человека. И в данном случае, чем у человека лучшая репутация, которую верифицируют другие люди, их достижения, тем лучше чувствует его персональный токен. Спасибо за внимание. Так, спасибо. Переходим к вопросам. Please, first of all, stick to the timeline because we need to have again the same chance to other things. So if we stick really, we say 3 minutes plus 2 minutes question. So you should stick to this time frame. Okay, please respect us other things. So my question is, what is the monetization model? So how do you want to make a profit from this? We can take monetization from some sources, from the directors who want to know rating of people who in our systems. Rating from achievements which people have taken. And we have some commission from the transaction. We can monetization from the people who want to study the means. They deposit some DCT from the people who need to take it. And we can commission from this. How much commission? Small. It asks about life. We need to think about it. Since how long does the team exist? And did you work even before the hackathon on the website and on this stuff? We have another solution of hackathons. We have a Telegram bot on Skolkova. But it's not was the network or blockchain. The idea is more than years, and it's a half of years. Thank you for the presentation. Which blockchain is more suitable for this descent or quantum? DCT. Quantum, we asked about team from Slovakia and they tell how we can do it on the DCT and our code and all realization on the DCT you can see on the Diadem network site, GitHub, how it's working. our friend is programming said we cannot can show you all what you can do in our system because we need to send you all a big presentation on a hundred of functions that can, but don't can do it, sorry. Спасибо большое. Thank you for your подключается команда.